новость от УФНС России по Тверской области. Ведомство возобновляет проект «Общественное питание». Цель проекта – создание равных конкурентных условий в этой сфере за счет полного отражения доходов через контрольно-кассовую технику, а также обеспечение интересов граждан и защиты прав потребителей. Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно скачать приложение ФНС России, проверка чеков и проверить легальность выданного в кафе или в ресторане чека. В случае отказа выдачи чека или обнаружения каких-либо несоответствий с помощью приложения можно направить жалобу в налоговую службу. Налогоплательщики, занятые в сфере общепита, обязаны применять онлайн-кассы.